2003 года номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации постановляет. Первое. Отрешить от должности главу Балаковского муниципального района Грачева Сергея Евгеньевича 2 июля 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу с дня его подписания. В соответствии с этим документом в администрации изданы соответствующие распорядительные документы о приеме на работу Бурухина Сергея Владимировича, он здесь присутствует, сейчас про себя расскажет. Принять Бурухина Сергея Владимировича на работу в администрации Балаковского муниципального района, назначить на должность заместителя главы Балаковского муниципального района по муниципальному контролю и правовому обеспечению со 2 июля на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. Собрание Балаковского муниципального района приведет порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы. Согласно ему, конкурс проводится в конкурсной комиссии, состоящей из 8 человек. Она формируется в следующем порядке. 2 члена комиссии избираются собранием из своего состава, при этом один из них назначается председателем. Еще 2 члена комиссии избираются советом муниципального образования города Балакова. Оставшиеся 4 члена комиссии назначаются губернатором Саратовской области. Уважаемые депутаты, губернатором Саратовской области изданное постановление 2 июля 2024 года номер 155 о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Балаковского муниципального района. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Балаковского муниципального района в количестве половины от общего числа членов конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности главы муниципального района Игорцева Романа Сергеевича, депутата Саратовской областной думы по согласованию с областной думой, Керокосяна Гаги Караратовича, депутат Саратовской областной думы по согласованию с Саратовской областной думой, Никитина Алексея Ивановича, заместитель председателя правительства Саратовской области, и Пивоварова Игоря Ивановича, вице-губернатора, руководителя аппарата